занимаешься? Ну вы отреагируете как-нибудь? Она на весь двор орет. Я понял, мы же бить не будем же его. Кого бить? Сейчас заберут домой, сейчас такси вызовут. Ну она говорит, сейчас он ее избил. В отдел доставьте, вызовите патруль, пусть разбираются там. Он ее сейчас домой отвезет, и что он с ней сделает дома? Если она не напишет, отделится. Ну не напишет, все, хотя бы успокоится под вашим присмотром. Вы зачем тогда нужны? Просто подходите там, что-то там, это, объяснять кому-то, что ли, за жизнь. Все, отдел доставим? Ну и дальше. Что, скулишь, дежурный? Не, ну я-то не поеду в отдел. Я ей не звонил по 102. Я услышал, вышел. Не, я понял. Ну, вы же не работаете. Почему? Почему я слышу, вы не слышите? Кафе храним. У вас ТЭТ поставили? Пост номер один ТЭТ. Каждый кафе стоит, сами знаете, драка. Здесь убийство. Да, знаю, да, убийство. На пенсию 45 лет выйти, будете рассказывать. Вот я ТЭТ охранял. Мемуары писать будет, да?